О решении баллотироваться на еще один срок глава государства заявил в ходе встречи с работниками автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Решение Путина многие политики назвали важным для будущего страны. Своим мнением с журналистами федеральных изданий поделился и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. За многие века у России мощный лидер, который сегодня определяет приоритеты на международной арене. Это наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно он сделал наше отечество сильным и сплоченным. Благодаря ему мы имеем устойчиво растущую экономику, социальную и политическую стабильность. У нашей страны есть все основания для дальнейшего роста, как экономики, так и благосостояния ее граждан. С сильным президентом Владимиром Путиным будет сильной и Россия. Мы все должны сплотиться вокруг него для реализации его экономических и политических решений для дальнейшего процветания нашего отечества. Избирательная кампания стартует уже в этом месяце, а принять важное решение россиянам предстоит в марте 2018 года.